О, прямое внимание, по сигналу. Свисток, значит, снова в игру. Спустя полвека в Агрызе вновь возрождают большой футбол. С сильной командой и сильным тренером. Алексей Колчин – лидер прошлого года. У него серебро республиканского конкурса среди всех тренеров ДЮСШ за обучение олимпийским видам спорта. Я сам лично занимался более 12 видов спорта, потому что для меня это легко. Хочется детей тоже прививать, и чтобы дети занимались не только футболом и другими видами спорта. Перепробовав все, Алексей Колчин ушел в тренерство. Но старая гвардия местных спортсменов знает его еще как бегуна и как атлета. Развитый он. Он и в лыжных гонках, он вообще, он спортсмен. Он и игровик, и лыжник, и бегун, все вместе учим. Такими же тренер хочет воспитать и свою команду. Его футболисты должны быстро бегать, уметь думать и понимать, что футбол – это командная игра. Он очень хороший, научил меня за 5 лет очень хорошо играть. И даже я на соревнованиях получал граунды в номинации «Лучший нападающий». Он хорошо учит детей и всегда с нами есть на соревнованиях, чтобы мы только побеждали. Последняя крупная победа – серебро в Сочи. Сегодня подопечные Алексея Колчина готовятся уже к следующему чемпионату. Даже к двум. Как команда к республиканскому, как болельщики к мировому, спортсмены будут следить за мундиалем. Рамиль Шайдуллин, Назир Нугуманов, ТНВ, Агрыз.